Рафаэль, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Мы пришли сегодня, чтобы приготовить замечательный напиток, о какой вы расскажете позже. К сожалению, погода не располагает к тому, чтобы наслаждаться летом и солнечным теплом, поэтому мы приготовим какой напиток сегодня? Мы сегодня будем с вами готовить летний лимонад. Расскажите, что есть что? Так, у нас идет фреш грейпфрута, апельсиновый фреш, 20-25 грамм лимонного фреша, и сверху мы добавляем сироп маракуйя. Вот берем, значит, несколько кусочков льда, вот, добавляем грейпфрутовый фреш, апельсиновый фреш, микс лимонного фреша и сиропа маракуйя. Он получится у нас кисло-сладкий, то есть он не должен быть приторно-сладким, он не должен быть и кислым. Как бы есть какие-то грани, которые прям доставляют удовольствие при распитии этого лимонада. Ну хоть это напиток и безалкогольный, мне кажется, он такой достаточно романтический. Да, я с вами согласен, он романтический на том простом основании, то, что на самом деле украшение доставляет удовольствие при заказе, если парень там заказывает девушке, я делаю максимально красивое украшение, вот. Делая фреш лимонный, мы не выкидываем кожуру, мы из него делаем корзинку, как бы летнюю корзинку для фруктов. Вырезаем чуточку отверстие. Такой корзиночкой добавляем, украшаем корзиночку взбитыми сливками, добавляем красивые ягодки. Я очень люблю использовать мяту при украшении, она действительно добавляет прям такое настроение. Добавляем смородинку. Да. Замечательно. В жаркий летний день, мне кажется, это самое оно, самое то, что, в общем, нужно каждому. Хочется оказаться на берегу теплого моря и наслаждаться этим коктейлем. Да, Каспийского моря.